Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов посетил гаражный кооператив в Малиновском районе и пообщался с местными жителями. Тем более, что тем для обсуждения накопилось немало. У членов кооператива за годы неэффективного диалога с властью собралось предостаточно проблем. Вы знаете, вот мы сегодня находимся в одном из кооперативов Малиновского района города Одесса. И в этом кооперативе почти 1500 гаражамест. Вы знаете, наверное, очень важно, чтобы мы обращали на это внимание. Ну вот человек там 20 лет назад приобрел гараж, взял разрешение на установку гаража, оформил все документы. Абсолютное большинство именно членов гаражного кооператива так сделали. У кого-то, может, не оформлен, не дооформлен, но в целом это так. Представители Ассоциации автомобилистов Украины в городе Одесса нуждаются в поддержке и защите. Прежде всего от застройки территории и рейдерских нелегальных проверок. Кому только не обращались автолюбители, но помощи как не было, так и нет. Митинги под облсоветом и горсоветом перестали приносить результат, рассказывают члены кооператива. Единственный, кто откликнулся на помощь автолюбителей, это лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Огромные проблемы окружают нас на протяжении многих лет. Мы боремся с этими проблемами, защищаем интересы автомобилистов, потому что автостоянки – это лакомый кусок для всех. Мы это понимаем для застройщиков, для рейдеров, которые пытаются преступным путем овладеть этой территорией. Мы обращались к нескольким представителям в городе, и единственный, кто откликнулся на нашу помощь и оказал нам юридическую поддержку и обещал ее оказывать впредь, независимо от того, станет он мэром, не станет. Вот он заинтересовался этим вопросом, проникся, это Сергей Васильевич Кивалов. Юридическая защита территории гаражного кооператива – это то, чем займется морская партия, придя к власти. Люди нуждаются в качественной поддержке юристов. По словам президента Организации автомобилистов Украины города Одесса Сергея Кушнира, кооператив неоднократно отправлял городу новое положение, по которому парк-сервис не имеет права передать территорию своим людям. Но ответа уже нет больше года. И сегодня мы боремся с вот этим старым положением. У нас написано новое положение. Год назад мы его отдали городу. Но они всеми путями прикрывают старое положение, потому что сегодня, как уже сказали, обыкновенный парк-сервис может передать любую территорию, непонятно на какой причине, ну, своим людям. Поэтому, ну, Сергей Васильевич обещал помочь. Мы будем стоять на защите каждого члена кооператива. Мы будем стоять на защите каждого гражданина города Одессы и отстаивать его права. Украинская морская партия по-особому относится к гражданам, по-особому относится к тем людям, которые заслужили, тем людям, которые на протяжении многих лет платили налоги, и они имеют кусочек земли, и на этом кусочке земли есть гараж. И это его собственность. Также на встрече Сергей Кивалов представил своих однодумцев, с которыми они вместе идут на выборы в областной, городской и районные советы. Ассоциация автомобилистов, в которой я состою, как в правлении, в которой я состою, выдвигает своих кандидатов от морской партии. Спасибо Сергею Васильевичу, что приехал. И я знаю, что он в любой момент поможет. Мы уже обращались и уже имеем положительную практику. Напомним, на выборах 25 октября одесситы будут выбирать мэра города, а также депутатов городского, одесского, районного и областного советов. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова защищать интересы громады во всех органах местного самоуправления.